Всем привет, друзья! Сегодня только к 6 утра закончили мы настройку нашего 700-сильного GTR-а. И в итоге оставалось всего пара-тройка часов до начала автосалона, где нам нужно было быть уже в 10 утра. Так что решили поспать эти пару часов прямо у входа на автосалон. И потом очень круто взбодрились в аэротрубе от Nissan. С него, собственно, начинаем обзор выставки, где попытаемся показать вам все самое интересное. Have you ever had a dream На стенде Nissan посетители могут увидеть сразу три версии Nissan GT-R. Это стандартная версия, затем версия Nismo и GT3 версия. Также публике был представлен новый Pathfinder. Мне кажется, что новый Pathfinder потерял все-таки какую-то свою былую брутальность по сравнению с предыдущим поколением. Но не стоит забывать, что сейчас современные машины становятся более округлые и теряют вот эти классические квадратные формы. Позади меня вы можете увидеть новое поколение Мустанга. Мне кажется, этим самым поколением можно увидеть старания компании Ford в поиске современной формы маслкара. Ну, вот, нравится мне или нет, пока что не понял. Наверное, надо делать тест-драйв. Отдельный респект тем автопроизводителям, которые выставляют подобные моторные экспонаты на свои стенды. Например, в этом 5-литровом моторе от Kia ни много ни мало 420 сил и 510 ньютон-метров крутящего. А на стенде Mitsubishi можно было ознакомиться с очень прикольными концептами. На стенде автопроизводителя под названием, скорее всего, Haval или Haval, очень прикольная есть пародия на Volkswagen Tiguan в дакаровском варианте. На стенде Lada очень приятно удивила своим ярким и дерзким дизайном модель Vesta версии для WTCC. Очень круто. Кстати, на этой модели впервые увидел расположение суппорта почти снизу. Стенд Renault был традиционно выполнен в форме поляны, и на вершине этой поляны можно было увидеть чумовой гиперкар RS01. Очень забавные варианты тюнинга можно было увидеть на стенде Larte Design. А на стенде Lukoil можно было увидеть самую крутую Ладу Гранту в мире. На стенде шинного бренда Friedrichstein можно было встретить вот такой чумовый гелик от Mansory. Кажется, я нашел корч. Это Audi R18 e-tron Quattro. А вот и самый крутой паршивец позади нас. Это Porsche 918 Spyder. А это окурок непосредственно перед автосалоном оклеилась в нашем рестайлинге. А вот и Acura NSX. А на стенде тюнинг бренда Top Car порадовал наш глаз прокачанный Porsche Macan. Стенд Mercedes-Benz на выставке, мне кажется, один из самых стильных. И больше всего здесь, конечно, понравился экспонат в виде S65 AMG. Отличный объезд для нового Corvette. Друзья, завершаем экскурсию по Московскому международному автосалону. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели. Спасибо за внимание и до новых встреч!